до 51 килограмма. Диана! Диан! Представляем борца в красном трико. Рамзан Исрапилов, Чеченская Республика, город Грозный. Борец 2004 года рождения. Кандидат в мастера спорта. Тренер Анзор Бисаев. Борец в синем трико. Халид Магомедов, Республика Дагестан, город Хасавюрт. Спортсмен 2004 года рождения, имеет первый спортивный разряд. Тренируется под руководством Шимы Шимеева. Данную встречу обслуживает судейская бригада. Руководитель ковра Александр Чуенко, Москва. Арбитр на ковре Олег Морев, город Смоленск. Боковой Алексей Бурлаченко, Брюховецкая. Внимание, призеры и победитель весовой категории до 48 килограммов, пожалуйста, пройдите на построение для церемонии награждения. Не задерживайте. Yeah.
В этой финальной схватке за явным техническим преимуществом одержал победу и стал победителем первенства России по вольной борьбе 2021 года. Весовой категории до 51 килограмма борец с синим трико Халит Магомедов, Республика Дагестан.